Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики! С вами Викторес, поговорим о железе. Сегодня распаковка и установка оперативной памяти DDR4 от Jekyll. Серия iGIS, модель EF4, 2666, C19, S16 GIS. Это максимальная по мегагерцам, 2666 мегагерц. Для моего системного блока. Посмотрим, что там внутри во всех плоскостях. Внутри наклеечка Jekyll на память. Далее, что еще в этом бюджетном варианте интересно? Это игровая оператива, у которой как бы заявлен радиатор. Но это, скорее всего, похоже на какую-то фольгу, а не на радиатор. Что ж, установим ее. Устанавливать будем на вот эту материнку B360 Gaming Plus от MSI. Подходит гамма цветовая. И устанавливаю ее в первый же слот. Отклоняю защелки. Вставляю. Вставлять нужно до упора. И защелки сами защелкиваются. На всякий случай проверю. Вот и все. Оператива установлена. Это очередное видео из плейлиста «Сборка пушка ПК». Пользуюсь сборкой на основе этой оперативки чуть менее 2 лет. Безотказная. Очень бюджетный вариант. За это время никаких аварийных перезагрузок. Переставил планку, как положено по инструкции, во второй слот. Ссылки с лучшими ценами в описании под видео. Список всего комплекта под видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео из цикла. С вами Викторес. До свидания.